Ревизоры к нам не едут, а идут. Так могли бы сегодня заметить чиновники Северного и Железнодорожного района, встречающие комиссию в лице замгубернатора Бекхана Аздоева, руководителя департамента строительства и ЖКХ Александра Ремиги и первого замглавы администрации города Андрея Усикова. Скорость этой инспекции примерно 5 км в час. Еще надо учитывать вынужденные ее остановки, чтобы замечание сделать, выяснить причину, взять на карандаш. Чиновники эти специально решили пройти от Рио, чтобы увидеть город глазами туриста и гостя. Того, который приедет праздновать с нами 450-летие Орла. Того, перед которым хотелось бы похвастать и не ударить в грязь. Кстати, грязь это во время проверки интересовала сильно. Все это те места, где в 450-летие будут гулять люди, празднующие круглую дату. Поэтому высокие чины и ходили, интересуясь порядком, точнее его отсутствием, на улицах, в сквериках, остановках общественного транспорта. Помечали, где требуется заасфальтировать дорожки, тротуары, где плитку положить, где бордюрные камни вкопать. Попутно ревизоры любопытствовали соблюдением прочих норм. Например, почему это на остановках торгуют шавермой, хотя по закону нельзя. Цветы и газету, все. Даже у нас в областном законе это прописано. Реклама, вывески, парковки, газоны. Внимание обращали на здания, давно требующие ремонта. Еще инспекторы знакомились с бизнесменами, которые были им очень интересны насчет благоустройства территории возле ладьков. Но проверяющим оказались важны не только фасады. Заходили во дворы, где у местных вовремя накопились вопросы и жалобы. Так, в списке выявленных комиссий нарушений появились пометки насчет кое-каких раздражающих управляющих компаний. Бесполезно. Я даже с какой-то мастерицей там дралась. Они делали эти пластиковые трубы, проводили. Половину сделали, половину, значит, на машину положили. Роман Ильич, ты дура, значит, узнаете, если здесь муниципальная доля есть, значит, муниципальный контроль сюда, жилищную инспекцию. Пишите письмо, пускай приходят и приводят чувства. А сопровождали первых лиц чиновники рангом поменьше из местных властей, ответственных за содержание территории, коммуналку. В финале уже на скведе танкистов каждый из инспекции мог сказать: не ноги болят после многокилометрового похода, а сердце за любимый город. Чем лечить уже решили? Оценка на 3 с минусом, с натяжкой. По всем поручениям, которые сегодня были даны, в рамках недели, месяца, те сроки, которые были установлены, устранить все замечания. Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести ревизию и показать на примерах, кто как работает из управляющих компаний. Сейчас то, что мы увидели, нелицеприятное зрелище. Это позор для города. Такого мы не допустим. Подобные походы намечены по другим городским районам. Давайте возьмем с собой муниципальный жилищный контроль, пригласим жилищную инспекцию, Потребнадзор, пожарников МЧС пригласим. А еще важно, чтобы сами жители осознали, какой где идет праздник, а потому прекратили мусорить. Где можно, организовали бы субботники и убрали у себя во дворах, не дожидаясь дворника, ну и прочее. Из того, что можно сделать самим, без ревизорского пинка и указки. Сергей Быковский, Владимир Ноздрачев, Первый областной канал.